Отлично. Коля! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Друзья, ну все, блюдо наше готово. Картошечка тоже заготовилась хорошо, мягенькая. Теперь лишь бы она не поломалась, а так и осталась пяточками. Ребра пробовал. Мягкие, можно кусать губами. На улице у нас минус 7, поэтому на улице не будем употреблять пищу. Пойдем в дом. Ну и все, вот это вот готово. Блюдо свиновода. Ребра на мангале. Сковородка зарекомендовала себя очень хорошо. Я в шоке, ничего не прилипает. Вообще все легко. Хорошо, я доволен, что купил эту сковороду. Спасибо продавцам. Кому надо, номер оставлю, закажите. Там есть от маленькой до большой, разные. С крышками, без крышек. Я взял с крышкой и взял в диаметре, по-моему, 60 сантиметров. Ну, самую большую я взял. Потому что бывает, гости приходят, и так как людей будет много, на всех хватит. Вот, готово блюдо свиновода. Прошу любить и жаловать. Приятного аппетита. Всем пока.